изменений, методы записи, к игре, все мы пробовали совершенно новое для себя. Песни очень быстрые, песни очень мрачные, и если в предыдущих работах группы ставка была сделана на ритмику, то новый альбом, он основывается, конечно, на мелодике в первую очередь. Вот. И он понравится, наверное, фанатам не только современного дэт-метала, но, может быть, где-то зацепит и фанатов старой школы. Это был самый тяжелый альбом, который я записал в своей жизни вообще. Была проделана неимоверная работа, было очень тяжело, но при этом результат просто получился фантастический. В общем, в этот раз мы подошли к записи гораздо серьезней, чем в прошлый раз. За несколько лет с момента выхода прошлого альбома группа конкретно выросла. Вот, песни стали еще более жестокими, более быстрыми. И вообще, в целом, очень остался доволен альбомом. И могу сказать, что это первый альбом, который я записал в своей жизни, который мне действительно нравится. Мне его хочется слушать самому. Вот, это, наверное, говорит о многом. С этим альбомом, наверное, ключевые два изменения для нас произошли. Во-первых, мы очень сильно подошли к звуку, именно к гитарному звуку. А в тот раз мы тупо выбрали самые дорогие усилки там из того, что у нас было вокруг. Сейчас мы уже более-менее конкретно знали, что хотели, да, и привезли попробовать. На самом деле, очень интересный звук получился. Наш звукорежиссер Аркадий, он как-то непонятным образом смиксовал так. Ну, там дичайший жир и офигенная такая злющая атака. Альбом это просто вершина, так сказать, творчества, потому что я к нему готовился очень долго, как, собственно, не все. Мне казалось, что эта запись будет длиться невероятно долгое количество времени. Оказалось, что намного все проще. В общем, альбом готов, ждите, все будет. Хорошую такую жирную точку в повествовании его поставить, сказав спасибо в первую очередь, конечно же, Аркадию Наваха, который провел колоссальную работу над этим альбомом, и, естественно, это его большая заслуга. Также хотелось бы сказать спасибо Владимиру Смирдуваку, который сделал просто умопомрачительный, даже выговорить не могу, буклет, обложку. Я надеюсь, вы скоро увидите и оцените по достоинству. Естественно, хочу выразить благодарность человеку, который непосредственно занимается альбомом. Это Эрик Линдмарк из всем известной Unique Leader Records.
Ну, естественно, очень хочется сказать большое спасибо своей семье, что они все это терпели и, естественно, морально поддерживались. И в конце, конечно, всегда я говорю спасибо всем нашим фанатам, всем людям, которые любят death metal, которые ждут новые релизы, которые приходят на концерты и всегда нас поддерживают. Спасибо вам всем. Stay metal.